Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере Machine Replay. Первый сервер, мы здесь Кирилл Путбуль. Итак, сегодня мы посмотрим обновление. Извиняюсь за свой голос, я все еще болею, блять. Мне не лучше. Какого-то хрена, хотя я уже столько антибиотика выпил, это пиздец. Ну ладно. Короче, посмотрим сегодня с вами обновление. Постараюсь максимально подробно показать его. Как смогу, короче. Видосик не сильно будет длинный, потому что мне очень трудно делать длинные видосы, потому что очень сильно болит горло. Поэтому, пацаны, поддержите меня лайками. Ну и чё, погнали. Итак, первое, что мы посмотрим, это то, что, видите, автосалон в городе Южный переделали. Видите, теперь он выглядит как старый был автосалон, хотя когда он был старый, он не был задействован. Но теперь все выглядит вот так вот. Можно даже подняться на крышу. Что довольно-таки странно. Зачем это нужно, чтобы подниматься на крышу? Я... ёбаный. Вот это я понимаю. Вот это красавчики. Вот это респектусик вам. Вот это вы молодцы. Серьезно, вот это круто. То, что, блядь, не придется аж в Рыжевск пиздячить, чтобы достать просто вертолет. Вот это вы молодцы, пацаны. Просто красавчики там, кто делал эту обнову. Вы красавчики, реально. О, смотрите, пацаны, мотоцикл, видите, полицейский. Добавили. Ну, я хотел вам это показать, но это очень круто. Чё? Чё? Так, что? Видите, даже шлем одевается вот этому чуваку. И, ну, это очень круто, видите, полицейский такой мотоцикл. Это очень круто выглядишь. Хули палишь. Дима, завали ебало. Я тебе сейчас ебало начищу. Ебало. Выключи. Крутого. Не твой мотик. Все равно. Все равно не его мотик, блядь. У меня зато есть Yamaha. А у него нету. Ха-ха-ха. Короче, давайте посмотрим обнову, что у нас здесь есть вообще. Теперь можно, короче, ложиться на койку. Как бы, когда вы появляетесь... видите, я не могу лечь, короче. Когда вы появляетесь, вы можете вылечиться двумя путями. Либо просто стоять, но это будет в два раза медленнее. Либо на койку лечь, это будет в два раза быстрее. Плюс... Это будет, короче, в два раза быстрее. Также можно медикаменты брать, короче. Сейчас я вам покажу, где их брать. Где-то я видел, вот капсула, короче. Вот здесь можно будет брать медикаменты. Вы не работаете в больнице. Вот здесь, короче, можно будет брать медикаменты. Передай привет, Рома Хэппи. Передаю тебе привет. Передал. Передал я тебе привет, Рома Хэппи. Теперь, короче, будут врачи-аптечки брать вот здесь, чтобы на скорой ездить и лечить людей. Поэтому это очень даже круто. Так, эта аптечка позволяет лечить игроков вне специального медицинского транспорта и вне больницы. Ну, прикольно. Короче, еще забыл сказать, с помощью одной аптечки, какую вы берете, типа, когда вы врачом работаете, можно вылечить 10 игроков. Я думаю, это довольно-таки прикольно. Минуточку внимания, хочу посоветовать вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6-й раздел,
листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Так, продолжаем. Короче, когда вы покупаете особняк, то вам три тачки идут в подарок. Вот, видите, УАЗики здесь есть, два УАЗика, короче. Я не знаю, какие машины сразу даются, но, да, УАЗики даются, Хантеры. Три машины в подарок сразу даются, это три УАЗа Хантера. Всего можно иметь, как бы, получается, пару машин. Это 10. 10 машин всего можно иметь, включая подаренные. Поэтому это очень прикольно. Это реально очень прикольно. Покупка и продажа транспорта для особняка, деньги берутся из общака семьи, которые могут пользоваться все члены семьи, заправка и респан всего транспорта семьи, который не используется, перекраска всего семейного транспорта в свободный цвет можно, кстати. Нельзя иметь такой же цвет, как и другой семья, и нельзя иметь цвет мафии. Так, вертолеты теперь может брать лидер семьи, владелец и его заместитель. Ну чё, прикольно, блин. Вот это не дорабатывают, это круто. Транспорт у особняка бесплатно, можно спамить. Только лидер семьи его заместители. Добавлена история до пополнения и снятия денег с общака. Можно посмотреть, кто и сколько положил или взял с общака. Не, ну это круто, видите. Вон чуваки вообще закупили жестко, я так понял. Машинами. Ну как жестко, УАЗики, Мерс 1Е63. Не, ну прикольно. Прикольно, да. То, что вот так вот даже уже сделали. То, о чем многие говорили, и в том числе я, ютуберы, что добавить надо транспорт и там и так далее. Это очень круто, красавчик. Вот полицейский мотоцикл, еще раз покажу вам. Их добавили в ДПС. Это очень круто на самом деле. Это реально очень круто, что их добавили в ДПС. Я, наверное, пойду в ДПС даже ради этого. Потому что, ну, прикольно, что мотоцикл туда добавили. Это очень прикольно. Поэтому вот такие вот дела. Кстати, добавили такую команду для семей. Вот, сейчас. И теперь можно, короче, увольнять игрока из семьи в офлайне. Раньше этого нельзя было делать, теперь можно. Также фэ-меню уже нормально сделали, видите, такое. Информация о семье здесь есть. Короче, вот такая вот информация о семье. Потом, информация о особняке, но у нас его нету. Потому что, ебать, это пиздец дорого, управляющий членами семьи. Вот, видите. Теперь можно будет увольнять, я так понимаю. Вот давайте, допустим, выберем его. Можно изменить ранг, уволить. Ну, функционал очень даже крутой, как по мне. Управление транспортом. Ну, видите, список всех транспортов, видите, у нас нету. Потом заспавнить весь транспорт, можно заправить весь транспорт, сменить цвет семейных авто. Блин, вот это очень, вот это, пацаны, очень круто. Я даже ради этих всех функций захотел себе особнять, но, увы, это сильно дорого. Это реально сильно дорого. Кстати, видите, у них, походу, не стоковый, а у меня он чипованный, поэтому я его делаю как стоячего просто. Сделали новые рейсы, теперь, собственно, дальнобойщики ездят в Батырево, видите. Вот, можете это сами видеть, что они едут все в Батырево. Там, по-моему, пару выгрузок есть в порту и где-то еще, наверное. Я точно не знаю, сейчас посмотрю. Также добавили скутеры, в принципе, вот этот порт, чтобы отсюда можно было уезжать. Когда вы поработали там, просто уехать на скутере и все, если у вас нету транспорта. Сейчас посмотрим, как будет выгружаться дальнобойщик. Видите, рейсы тоже сюда сделали. Новый прицеп, кстати, как вы можете заметить. Очень крутой. Так, будем наблюдать. Видите, теперь вот сюда надо ездить, выгружаться. Так, также поменяли машины во фракциях. Это во фракциях чеченская мафия и, получается, русская мафия. Чеченская мафия, это раньше была итальянская мафия, кто не знает. Теперь у них вместо геликов УАЗики. Я думаю, они не очень довольны, что у них теперь вместо геликов УАЗики.
Он такой себе на самом деле. Я думаю. Да я бы не обрадовался. Прикиньте, на геликах. С гелика пересесть на УАЗик. Хотя, по сути, то же самое. Ну ладно, я шучу, а то сейчас обидитесь, типа, ой, ты гелик обсираешь. Там и так далее. Пацаны, сейчас при вас будет на Мурке уже 29 тысяч пробега. Просто вот сюда смотрите, на спидометре. Удивите, какие лежачие полицейские здесь немножко добавили. Ну, смотрите, сейчас при вас просто будет 29 тысяч пробега. Просто на ваших глазах. Я думаю, уже скоро 30-ку набьем. У меня на Бэхе, какая, помните, 3S38 был пробег 32 тысячи. А здесь все, 29 тысяч пробега, пацаны, Бэхе. Это охуенчик, за это просто лайк, пацаны, обязательно. Кстати, видите, есть много изменений по маппингу, я заметил. Наконец-то убрали, сука, эту гору, блядь. Из-за какой-то едешь, и нихуя не видно, и просто можно разъебаться. То есть вы выезжаете, и там не было видно. Я думаю, все помнят, что ни хрена не было видно. Хотя, ну, я там ДТП не видел никаких, но, по сути, блядь, как бы по РП даже процессу, ну, это бред, чтобы так перекрывать вид, когда вы выезжаете из, так сказать, ПХТ, это полный бред какой-то. Минуточку внимания, хочу поставить вам бизнес своего друга. Его бизнес — это СТО в городе Южный. Найти его можете легко, а оно находится недалеко от ДПС и недалеко от ВПХ Южного. В СТО вы можете поставить различный тюнинг, перекрасить свое авто, поставить азот, чтобы ебать всех со светофора, поставить различные диски, чтобы ваша машина была четкая, также починить и ускорить ее по максимуму. На каждый автомобиль цены разные. Чем машина дороже, тем дороже на нее тюнинг. Прокачивайте свой автомобиль только в этом СТО. Так, привет тебе, Егор Колесник. Большой тебе привет. Дай деньги, я подписчик. Вообще надо, блин, секретный, как бы, пароль знать. Если что, а не просто дай денег, я твой подписчик. Здесь, походу, тоже УАЗики есть. А не, вон, гелики. Белые гелики теперь, да, я понял? Да ебаный в рот. Ну и что они там хотят? Да, у них, видите, белые машины вообще. Нива у них здесь есть. Так, это Нива их, ну, ихней фракции или кого-то. Нет, это кого-то, короче. И, короче, теперь у них белые машины, а в чеченской... А, в русской мафии черные, а у чеченской мафии теперь белые машины. Ну, это довольно-таки прикольно. Видос. Да, видос. Видос. Откуда... А как он механиком работает, если... Чё за бред вообще происходит? Я вот не понимаю. Ну что ж, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Обязательно поставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Мне обновление, честно говоря, понравилось. Довольно-таки все полезно, все круто. Самое главное, что новые системы, пацаны, они просто маппинг добавляют. Вот что самое главное, я думаю, это круто. Пишите, что вам понравилось в этом обновлении. Подробно вы тоже можете почитать в официальной группе Амазинга. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.